Вот и наступила пора отпусков, теплых, уютных вечеров с любимыми рядом. Но не спешите окончательно осесть дома. Чаще гуляйте по интереснейшим местам вашего города. Куда можно сходить и чему удивиться в обзоре культурных событий. На этой неделе обязательно посетите выставку, организованную Государственным художественным музеем Ханты-Мансийска к юбилею Виктора Васнецова. Из уникального в экспозицию включены два бивня мамонта, украшенных резьбой известными мастерами второй половины 20 века. Я уверена, посещение выставки вызовет у вас интерес не только к произведениям знаменитого художника, но и к истории культуры. Нижневартовский театр «Кукол Барабашка» едет на гастроли по округу. 15 июня «Барабашка» приедет в Ханты-Мансийск со спектаклем «Муха-цокотуха». А 16 и 17 июня этот же спектакль смогут увидеть жители Нягани. «Муха-цокотуха» — это интерактивный, веселый спектакль-игра с элементами клоунады. На сцене всего два актера. Они поют, танцуют, рассказывают и показывают при непосредственном участии зрителей эту увлекательную историю. Эта история о мухе, которую схватил страшный паук. Помните, чем она закончилась? На помощь пришел бесстрашный комарик и вызволил муху из беды. Но не чудо ли? Всех излечит, исцелит добрый доктор Айболит. Спектакль «Айболит» наполнен театральными фокусами, музыкой и превращениями. Рабочий стол Айболита превращается то в кита, то в жаркую Африку. А все истории животных пациентов маленький зритель увидит через живые медицинские карточки, что вызовет интерес как у малышей, так и у детей постарше. Ханты-мансийцев ждут в театре «Кукол» 16 и 17 июня в 11 и 13 часов. Что вы знаете об Африке? Африка ужасна, Африка опасна. А давайте отправимся в путешествие и познакомимся с жителями этого таинственного континента поближе. В один из жарких дней маленький любознательный страусенок делает первые шаги. Все ему неизвестно и незнакомо. Звери и птицы, которых он встречает, дают ему ценные советы. Так он узнает окружающий мир. Увлекательное путешествие, пропитанное солнцем и африканскими ритмами, ждет вас. 17 июня в 11 часов Сургутская филармония приглашает на спектакль театра актера и куклы Петрушка под названием «Как страусенок друзей искал». В эту субботу в Краеведческом музее сургутян ждет насыщенная программа. Все самое интересное в один день и в одном месте. Костюмированные выступления, танцплощадка, игровые зоны для всей семьи, мастер-классы. На территории комплекса для вас будут работать творческие зоны и места для отдыха. Кстати, организаторы предлагают потанцевать под музыку 60-х, 80-х годов. Ну что ж, потанцуем? 16 июня с 12 до 17 часов. Скучать не придется?